день. Вы смотрите очередной информационный выпуск «Новости района». В студии работает Марина Хубсарокова. Еженедельное планерное совещание под руководством главы района Заура Хамирзова состоялось в понедельник в зале заседания районной администрации. О рассмотренных вопросах в нашем первом сюжете. 18 апреля в администрации состоялась еженедельная планерка с участием заместителей главы района, начальников структурных подразделений администрации, глав сельских поселений. Провел совещание глава района Заур Хамирзов. В ходе планерки были обсуждены актуальные вопросы, затрагивающие различные сферы деятельности муниципалитета. Открывая совещание, глава района ознакомил присутствующих с повесткой дня. Первоочередной темой, как обычно, стал ход призывной кампании и результаты работы Координационного совета по участию муниципалитетов в федеральных и региональных программах. По этим вопросам дал разъяснение первый заместитель главы района Руслан Ямыков. Важное внимание было акцентировано на вопросе проведения углубленной диспансеризации населения, перенесших коронавирусную инфекцию, а также подготовки к празднованию Дня Победы. По этим двум вопросам отчитался заместитель главы района, управляющий делами администрации Рустам Хасанов. Было отмечено, что предыдущие два года всероссийская акция памяти ветеранов Великой Отечественной войны из-за пандемии проводилась онлайн. Шествие бессмертного полка в этом году пройдет в традиционном очном формате. Рассматривая следующий вопрос повестки о проведении ярмарок на территории района, Заур Хамирзов еще раз подчеркнул, что эти мероприятия проводятся с целью сдерживания роста цен и поручил ответственным лицам строго следить за этим. Всего участники планерки рассмотрели 11 важных вопросов. Завершилось совещание на приятной ноте. Заур Хамирзов вручил служебное удостоверение главе Кашхабльского сельского поселения Мурату Курашинову, пожелав ему дальнейших успехов во благо поселения и района в целом. 21 апреля состоялось совместное заседание антитеррористической комиссии района и оперативной группы межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский. Одна из главных тем повестки – обеспечение правопорядка при проведении торжественных и памятных мероприятий во время майских праздников. Глава района Заур Хамирзов провел традиционное в преддверии майских праздников заседание антитеррористической комиссии района. Главные вопросы повестки – обеспечение безопасности во время проведения мероприятий, посвященных Дню весны и труда и Дню Победы, а также проведение последних звонков на территории района. Ответственные лица доложили информацию о комплексе мер по обеспечению антитеррористической безопасности. Так, о планируемых работах по этим направлениям доложил временно исполняющий обязанности заместителя начальника полиции по охране общественного порядка Артур Воруков. Он отметил, что при проведении массовых мероприятий на территории обслуживания межмуниципальным отделом МВД России Кашхабльский произведены расчеты сил и средств, необходимых для обеспечения правопорядка и безопасности граждан, определены от ответственные лица. В целях обеспечения общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории Кашхабльского района в период подготовки и проведения мероприятий в честь праздника весны и труда, а также 78 годовщины Победы и Великой Отечественной войны 45-45 годов 9 мая 2022 года личным составом МВД России Кашхабльский осуществляется мероприятие по подготовке и обеспечению общественной безопасности граждан и дорожного движения. При проведении мероприятий будет обеспечено соблюдение пропускного режима в местах проведения мероприятий, работы наряда по периметру, безопасность дорожного движения, парковку транспортных средств на безопасном расстоянии от места проведения мероприятий. При необходимости по согласованию с главным муниципальным образованием ограничение дорожного движения. Увеличена плотность патрульно-постовых нарядов в местах массового пребывания граждан. Усиленные патрульно-постовые наряды ППС и ГИБДД будут максимально приближены к местам проведения мероприятий. В связи с чем план использования сил и средств по обеспечению правопорядка на улицах и в других общественных местах МВД России Кашхабльский внесена соответствующая корректировка. Негласный аппарат, состоящий на связи с МВД России Кашхабльский, ориентирован на выявление лиц, имеющих замысел совершения террористических
экстремистских акций и иных нарушений правопорядка. По данным вопросам также отчитались начальник управления культуры Рауф Хурия, заместитель начальника управления образования Нурет Бричева. Мы вчера получили приказ о завершении учебного года, где прописано, что именно 25 числа проводится данное мероприятие. И после этого был издан приказ по управлению образования вчерашней датой номер 124, где, значит, определены ответственные по управлению образованием, это ЗИХОХов, по образовательным учреждениям, это руководители, по обеспечению комплексной безопасности в период проведения праздника последнего звонка. Все мероприятия начнутся в 9 часов во всех образовательных учреждениях и завершатся примерно, ну, продолжительность 30-35 минут. В данном приказе прописано, что нужно сделать каждому руководителю образовательного учреждения. Это усиление пропускного режима, обследование чердачных, подвальных помещений, проведение бесед с обучающимися, ну, организация дежурства на территории из числа работников образовательных учреждений в период проведения. Заур Хамирзов поинтересовался готовностью школ к проведению ЕГЭ и ОГЭ. На этот вопрос ответил руководитель Кашхабской школы номер 1 Юрий Биджанов, на базе которой и проводятся эти экзамены. Техническое обеспечение Заурской школы. Школа полностью готова. Мы в этом году от Министерства образования еще получили 11 комплектов специальной техники для того, чтобы не в штабе сейчас непосредственно отправлять работы в государственную аттестационную службу, а для того, чтобы непосредственно перед учениками уже выполненные работы сразу перед ними отправлять непосредственно туда. То есть практически все кабинеты сейчас укомплектованы и готовы к проведению единого государственного экзамена и основного государственного экзамена. По последнему вопросу повестки о работе администрации по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий их проявлений, отчитались глава Игерухайского сельского поселения Руслан Брафтов и заместитель главы Игнатьевского поселения Ирина Чернышова. По результатам заседания разработаны дополнительные меры, направленные на обеспечение комплексной безопасности граждан в период праздничных дней. 19 апреля – День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками. В этот день в районном центре состоялось возложение к мемориалу павшим в годы Великой Отечественной войны. 19 апреля в нашей стране стал Днем единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. Эта дата является своеобразным символом единства Красной Армии и советского народа в достижении победы над нацистами, устроившими геноцид и на нашей земле. 19 апреля не просто день, когда мы еще раз отдаем дань уважения подвигу предков. Сегодня мы вновь вспоминаем о нашем единстве в борьбе с любыми проявлениями геноцида. По всей России сегодня проходит мероприятие, приуроченное этой памятной дате. К возложению цветов к мемориалу павшим в годы Великой Отечественной войны присоединился актив местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» во главе с секретарем партии, руководителем Кашхабльского района Зауром Хамирзовым. В мероприятии также приняли участие председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, депутаты райсовета, сторонники партии. Собравшиеся отдали дань уважения всем солдатам, не вернувшимся с войны, всем, кто погиб в боях и не дожил до сегодняшнего дня. Семнадцатого апреля пожарно-спасательная часть номер 4 аула Кашхабль отметила 50-ю годовщину со дня образования. В этот знаменательный день личный состав поздравил первый заместитель главы района Руслан Ямыков. В минувшее воскресенье пожарно-спасательная часть номер 4 аула Кашхабль отметила годовщину со дня образования. В честь данного события было организовано торжественное мероприятие, на котором присутствовали первый заместитель главы района Руслан Ямыков, начальник главного управления МЧС России по Республике Адыгея Станислав Илющенко и весь личный состав пожарно-спасательной части. Слово для приветствия и поздравления было предоставлено первому заместителю главы района. Искренне от всей души, от имени главы Республики Адыгея Мурата Карбевича Кумпилова, от имени главы Кашхабльского района Заура Хамирзова, я хочу поздравить вас с вашим профессиональным юбилеем.
Я это делаю с огромным удовольствием лично, потому что многих из вас здесь присутствующих знаю лично. Практически всех, наверное, я видел в деле, выезжая на все дорожно-транспортные происшествия, на все пожары. Еще раз говорю, делаю с огромным удовольствием, потому что знаю, что вы на самом деле от чистого сердца настоящие мужчины своей суровой профессии. Очень искренне хочу выразить свою благодарность, пожелать вам как можно меньше мероприятий, в которых необходимо проявлять свое профессиональное мастерство. Пусть это будет только на праздниках и учениях. Счастья, здоровья вашим семьям, вашим родным, мирного неба нам над головой. Далее состоялась приятная церемония. За многолетний добросовестный труд и в связи с годовщиной со дня образования 4-й пожарно-спасательной части благодарственными письмами главы района были награждены Александр Семенов, заместитель начальника, Руслан Хаконов, начальник караула, Аслан Мамишев, начальник караула 4-й пожарно-спасательной части и водитель Юрий Подосинов. С таким значимым событием личный состав поздравил начальник Главного управления МЧС России по Республике Адыгея Станислав Илющенко. Коллеги, добрый день. Сегодня воскресный день, мы все в строю, как всегда. Теплый, хороший день. Ни один праздник сегодня объединен у нас. Сегодня 50 лет пожарно-спасательной части, но также, если пойти, начиная от пожарной охраны, сегодня у нас отмечается День Советской пожарной охраны. В 1918 году Владимир Ильич Ленин подписал декрет Совета народных комиссаров, да, государственной поддержки по борьбе с огнем. Это легло в становление на пожарной охраны. Много было решений принято. И у вас именно связан с этим днем День части. Ваш, я искренне вас поздравляю. Желаю крепкого здоровья, желаю всем. Желаю благополучия, удачи, чтобы вы всегда приходили на службу и всегда возвращались домой, чтобы вы как можно меньше использовали нашу пожарно-спасательную технику по прямому предназначению. И в целом у нас сегодня день такой, который еще совпадает и у православных праздник Верное Воскресенье продолжается, пост, и у мусульман продолжается ураза, поэтому я всех поздравляю с этими такими большими теплыми днями. Искренне желаю всего только самого наилучшего, добрых и благих дел. Для доведения приказа о поощрении личного состава пожарно-спасательной части номер 4 слово предоставляется начальнику 1-го пожарно-спасательного отряда, полковнику внутренней службы Слепову Дмитрию Викторовичу. Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий бедствий за добросовестное исполнение должностных обязанностей в честь 30-летия образования МЧС России награждается медалью Гаврик Андрей Петрович. Приказом Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайной ситуации и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Адыгея награждается за добросовестное выполнение должностных обязанностей в честь празднования Дня образования пожарно-спасательной части номер 4 Джимахов Мухаммед Нурбиевич, командир отделения 4-й пожарно-спасательной части. Волгин Сергей Владимирович, начальник караула 4-й пожарно-спасательной части. Кукетлев Сафарби Амирбиевич, командир отделения 4-й пожарно-спасательной части. Кашоков Руслан Едыгович, командир отделения 4-й пожарно-спасательной части. Начальник главного управления, полковник Станислав Викторович Илющенко. В настоящее время 4-я пожарно-спасательная часть является структурным подразделением 1-го пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Республике Адыгея. Под руководством лейтенанта внутренней службы Ислама Инамукова трудится 25 человек.
Со дня образования пожарной части и по сегодняшний день пожарные добросовестно выполняют задачи по профилактике и тушению пожаров. Тем, кто стойко охраняет покой жителей, приходит на выручку, спасает и всегда находится рядом в трудную минуту, пожелаем сухих рукавов, больше счастливых и теплых минут с семьями и всегда успевайте на помощь тем, кто в ней нуждается. Экологическую акцию «Зеленая весна 2022» поддержали все организации и учреждения, действующие на территории района. В ходе субботника проведена масштабная работа по уборке подведомственных территорий, парковых зон и скверов, мест массового отдыха людей. 16 апреля по всей республике стартовал широкомасштабный субботник, организованный в рамках акции «Зеленая весна». В этот день коммунальные службы, работники организации, активные жители вышли на уборку в преддверии майских праздников. Большая работа была проведена в сельских поселениях района. В ходе субботника организована масштабная работа по уборке территорий подведомственных учреждений, парковых зон и скверов, мест массового отдыха людей. Особое внимание было уделено наведению порядка на кладбищах вдоль объездной дороги в лесополосах. Подобные мероприятия носят регулярный характер, что способствует поддержанию чистоты и порядка на местах. Очередная ярмарка в районном центре состоялась в субботу 16 апреля. Покупатели ждали качественные свежие продукты по ценам ниже рыночных. В минувшую субботу в райцентре прошла очередная ярмарка выходного дня. Представители среднего и малого бизнеса, фермерские и крестьянские хозяйства, граждане, ведущие личные подсобные хозяйства, предложили покупателям разнообразные продовольственные товары. Это свежее мясо, овощи и фрукты, молоко и сыры, кондитерские изделия, растительное масло, хлебобулочные и колбасные изделия и многое другое. Также на ярмарке можно было приобрести саженцы плодовых деревьев, одежду, промышленные товары. На ярмарочной площадке было организовано более 20 торговых мест. Напомним, что подобные мероприятия являются инструментом сдерживания роста цен. Следующая ярмарка выходного дня состоится в субботу, 23 апреля. И в завершении информационного выпуска по традиции рубрика «Новости МВД Республики Адыгея». По данным, которые наша редакция получила из госавтоинспекции, в первом квартале 2022 года в Адыгее произошло 20 ДТП, связанных с наездами на пешеходов. В них 6 человек погибли и 14 пострадали. Такие факты имели место и в апреле. К сожалению, некоторые из них связаны с пожилыми людьми. Так, 11 апреля во дворе многоквартирного дома по улице Пионерской около 17 часов 25-летний майкопчанин, находясь за рулем иномарки, при движении назад допустил наезд на 75-летнюю пенсионерку. В результате происшествия пострадавшую с травмами доставили в больницу. Проверка продолжается. Еще одно происшествие в эти дни произошло в Красногвардейском районе, где в результате ДТП пострадали двое подростков. Прибывшими на место сотрудниками следственно-оперативной группы и госавтоинспекции установлено, что, находясь за рулем ВАЗ-2114, 16-летний местный житель, не имеющий водительского удостоверения, во время движения не справился с управлением и допустил съезд проезжей части. Оказавшись на обочине дороги, машина перевернулась. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили сам водитель, а также один из его пассажиров – 15-летний подросток. Кроме этого, на момент аварии в салоне отечественной легковушки находились еще двое несовершеннолетних в возрасте 15 и 17 лет. Они не пострадали. В Майкопе сотрудники ППС задержали подозреваемого в серии краж велосипедов на территории города. В отношении фигуранта возбуждено 2 уголовных дела, похищенное найдено и возвращено законным владельцам. Изначально информация о краже велосипеда поступила в полицию Майкопа от 37-летней женщины. Она рассказала, что велотранспорт находился в подъезде одного из многоквартирных домов, где она и сама проживает. Спустя день в городе Майкопе в ходе несения службы наряд патрульно-постовой службы полиции задержал 22-летнего ранее судимого жителя Майкопского района. В этот момент он управлял велосипедом. В процессе дальнейшего разбирательства стражи правопорядка установили, что данный велотранспорт действительно является похищенным и принадлежит той самой 37-летней жительнице города Майкопа. Необходимо отметить, что все кражи подозреваемый совершал в подъездах многоквартирных домов. При этом, как пояснил парень, все похищенные им велосипеды находились без надлежащего контроля и специальных креплений, то есть просто были оставлены. Ну, получается, зашел в подъезд, поднялся на лифте на 9 этаж и начал смотреть по этажам эти велосипеды. А там стоял этот велосипед, я в этот
в лифт затолкал его, съехал на первый этаж и вывез его, и уехал. Ну, то есть он этот неприкрепленный, ничего не было, просто стоял, да, велосипед? Да. А если бы закрепленный был бы? Не сорвал. Не сорвал бы, да? Нет. Следственным управлением МВД по Республике Адыгея возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего жителя Тахтамукайского района. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 прим. 2 Уголовного кодекса России «Мошенничество при получении выплат». Основанием для принятия процессуального решения послужили материалы, поступившие из Управления ФСБ России по Республике Адыгея. Следствием установлено, что подозреваемый предоставил в подразделение Пенсионного фонда России в Тахтамукайском районе подложные документы для оформления страховой пенсии по инвалидности. При этом он скрыл сведения о фактическом отсутствии заболеваний. В результате мужчина незаконно получил денежные средства в сумме 630 тысяч рублей. В настоящее время расследование уголовного дела в МВД продолжается. Управление по вопросам миграции МВД информирует граждан Украины, ЛНР и ДНР, прибывающих на территорию России и не имеющих возможности в настоящее время выехать за пределы страны. В случае истечения разрешенного срока пребывания гражданам Украины, ДНР и ЛНР необходимо обратиться в подразделение по вопросам миграции по месту своего пребывания с заявлением о продлении срока временного пребывания для граждан Украины на период до 90 суток, граждан ДНР и ЛНР на срок, указанный в заявлении, но не более одного года. В случае отсутствия миграционной карты за получением ее дубликата также необходимо обратиться в подразделение по вопросам миграции по месту своего пребывания. Кроме того, данным гражданам госуслуги в сфере миграции будут предоставляться по имеющимся национальным паспортам, в том числе с истекшим сроком действия и при отсутствии в них вклеенных фотографий по достижении владельцам соответствующего возраста. Обращаем внимание, что к таким лицам меры административного воздействия за нарушение режима пребывания, проживания применяться не будут. С более подробной информацией по данной тематике можно ознакомиться на официальном сайте МВД по Республике Адыгея. Это была последняя информация на сегодня. На этом я с вами прощаюсь. До свидания.